27 октября, Параскева Грязнуха, народный календарь. В этот день хозяйки начинали трепать и мять лен. А вот прясть и стирать на Параскеву не рекомендовалось, хотя вполне можно было шить. Неблагозвучную приставку «грязнуха» день Параскевы получил из-за ненастной сырой погоды, которая обычно наступала в этот день. Грязь на дорогах, обуви и одежде. Вот и вышла грязнуха, которая даже получила народную присказку. На грязнуху не бывает сухо. На Руси 27 октября по погоде судили о предстоящей зиме. Если дороги развезло от слякоти так, что лошадям трудно пройти, то зимних холодов предстоит ждать еще месяц, а весна станет дождливой.